Рейнджер, иди сюда, помоги. Здесь один, надо его достать из машины. Даже не думай. О, господи, Рейнджер! Ах. Всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккайдо и добро пожаловать на сервер UD Roleplay. Сегодня врываемся сюда на замечательнейшем чарджере 2015 года, который выглядит, ну, очень круто, да? Он полностью не маркированный, вот, и выглядит классно. Врываемся в дорожный патруль, и, да, как всегда, посмотрим, как оно вообще, в принципе-то, пойдет. Давайте поставим 10-8, в принципе, выйдем на службу, сегодня без промедлений. Контроль 1-2, код 10-8, активный супервайзер Блейн-Каунти. Окей. Можем ехать, в принципе. Ну вот, СДС. Фига себе, блин. Это было быстро. Это было быстро. Ну ладно, сейчас тоже в строй уедем, я так полагаю. Вот. Посмотрим вообще, как дела в Блейн-Каунти. Вот, LSU, нет, господи, твой интернет, дружище, помоги. Ну его нахрен. Это дичь. Это дичь. Че этот парень здесь стал? Вроде поехал. Но это было странно. Это было странно, ничего не скажешь. Ну вот, кстати, слева батальон едет. Красиво, красиво. Ну вот. Ну, посмотрим. Сегодня такой снежный, красивый денек. Там едет дорожного патруля стоял. Решил его поприветствовать. Он меня, правда, не поприветствовал, но что поделать. Сейчас перетянемся в Каунти, посмотрим. Я думаю, что мы, скорее всего, займем какое-нибудь шоссе. Но это не точно. Поворотники здесь, конечно, какие-то очень странные. Хотелось бы, чтобы они чуть-чуть были поярче. И, возможно, не красными. Потому что я давненько, на самом деле, чарджеров не видел с красными поворотниками. Это, как по мне, чуть странно. Но мне нравится, как он быстро едет. Давненько, вот реально, мы на нем не патрулировали. И, наконец, снова немаркированный автомобиль. Который выглядит, ну, очень круто. Вот так, сюда съедем. Странные кусты. Сейчас скинем радар. Сбросить. И, да, пока, наверное, здесь постоим. Контроль 1-2, займу 10-40 на Шенроу Фривей. Принято, 1-2-2. Окей. Супер, я, правда, с аварийкой стою как дебил. О, what the fuck эта штука? Охренеть, по-моему, он не остановился на стоп-знак. Контроль 5-9. 764 буду 1041 на пересечении шоссе. О, он явно гонит. Принято 59764. И если он там выйдет сейчас. Трафик 1-2. 1-2-2. Только что наблюдал подозрительно зеленый джип на Панорама-драйв. Выехал, по-моему, без остановки на стоп-знаке на пересечении Джошева и Марина. Сейчас продолжает по Панораме в юго-восточном направлении. Двигался с явным превышением скорости по проселочным дорогам. Он ехал с Панорамы, двигаясь по бездорожью. Нифига себе. Блин, я туда, наверное, не поеду. Хрен его знает. Сейчас мы назад что-то дадим. Ну, вот так. Супер. Мигалку включим для заметности. Контроль 1-2, буду присоединяться к 10-11. Принято. What the fuck? Куда он едет? Окей. Контроль, идем до 2. Потребуется информация 28 по автомобилю. Как будете готовы? Принимаю. Это будет Мэри, Адам, Роберт, Кинг, Хотел, Адам, Линкольн, Линкольн. Котел, там, по-моему, Генри или что-то в таком духе. Скорее всего, владелец Марк Холл, но я, конечно, не эксперт. Контроль 2 Браво 104 вместе 2 Браво 103, парная июня, далее обращаться 2 Браво 114, будем 1080 хорошо. Принято. Сейчас пока ждем информацию от диспетчера. Тарадай-тарадай-та-таратай. Контроль 1-2-2. 1-2-2. Информация по автомобилю. Это Майк, Адам, Роберт, Кинг, Генри, Адам, Линкольн, Линкольн. Цвет зеленый, марка Канис, модель Камачо. Владелец Марк Холл. Похоже на правду. Парковка действительно. Флагов, отметок не найдено. Эвакуации также не найдено. Также можете быстренько посмотреть 27-29 по нему? Уже. Имя владельца Марк Холл. Возраст 53, пол мужской, место работы безработный, проживает на Альта-Стрит. Предписание отсутствует, аресты 13 штук. В основном нападение на офицера полиции и попытки убийства. Принято. Также порча частной собственности и нападение. Владение зарегистрированным оружием, беспричинное разряжение. Также владение взрывным устройством и жестокое обращение с животными. Также еще 3 нарушения. У него есть действительно лицензия на оружие или зарегистрированная единица? Лицензия на оружие отсутствует. Принято, спасибо. Соблюдайте осторожно. Интересный послужной список. Холстер. Да, я наблюдал, как он на выезде в Панораму, да, я стоял, в общем-то, около заправки, мне показалось, что его автомобиль даже занесло где-то. Понятно. Значит, встань тогда за автомобиль, за его прям сзади, смотри, вот от этого будем как-то отталкиваться. Добрый день, Шар! Давай! Ричард Майерс, дорожный патруль штата. Знаете, почему сегодня вас останавливаю? Нет. Хорошо, сэр. Сейчас буквально через минуту вам объясню. Вы можете заглушить двигатель автомобиля? Ну ладно, холодно, правда. Ну, я имею в виду, как бы отсутствие дверей в этом точно не помогает. У вас есть при себе оружие в автомобиле? Печка хотя бы дует. Нет. Хорошо, сэр. Надеюсь на вашу честность. Соответственно, останавливаю вас сегодня, потому что вы ехали с превышением скорости на проселочной дороге параллельно Джошева Роуд. И помимо всего прочего, если я правильно заметил, то вы не остановились на выезде с Марина-драйв, как раз на Джошева Роуд, пересекая ее и при выезде на проселочную дорогу. Вот, есть какое-то вообще обоснование тому, вообще, что происходит? Разве на проселочной дороге там есть ограничения? Безусловно, на проселочной дороге действуют активные скоростные лимиты, которые сейчас на данный момент являются 35 миль в час. 1-2-2. Меня до этого останавливал офицер. Я у него специально спросил, там есть ограничения, там можно? Он сказал, можно. Сейчас, минуту, Шар. Радио. Это будет 5-2-2. Благодарю. Да. Соответственно, на проселочной дороге также действует скоростной лимит. Если бы его не было, то мы бы, скорее всего, каждый тут второй бы, наверное, на этих самых проселочных дорогах умирал. Ну вот, у вас при себе есть страховочка, регистрация на автомобиль и, соответственно, лицензия на вождение? Да, да. Была. Ага, супер. В смысле была? Ну, есть. С утра была, сейчас не знаю, вроде была. Ну что значит, она у вас здесь, в машине? Ну, по идее, да, в бардачке лежала где-то. Отлично, можете ее достать? Да, секундочку. Держи. Ага, благодарю, сэр. Можете подтвердить имя на этих документах? Марк Холл. Марк Холл. Марк Холл. Хорошо, мистер Холл. Тогда ожидайте буквально минутку. Сейчас посмотрим, что мы можем вообще с этим сделать. Что-то везете сегодня вообще? Я смотрю, у вас большой ящик сзади. Еще раз. Да, что-то везете вообще? Смотрю, большой ящик сзади. Да нет, это у меня так, это, положить что-нибудь туда, запасной. Ага, ага. Машина на вас зарегистрирована? Да, 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 на меня. Хорошо, мистер Холл, ждайте, сейчас к вам вернусь. Нападение на офицера полиции. Интересно. Скорее всего, будем выписывать ему штраф. Марк Холл. Превышение скорости. Нарушение скоростного лимита, да? Ага. Это было на Джошу Роудс. East Joshua Road. Соответственно, здесь у нас, ну, скажем, 25 меньше, потому что на радаре я его в любом случае не поймал, но это точно было превышение, вот прям 100%. Он, как бы, сам это признает. Ну вот, поэтому что-то поделаешь. Марк Холл. Так, 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 так. Мистер Холл, удобно вообще зимой ездить без дверей? Да, не успел поставить. То я смотрю, вы довольно легко одеты. Вот. Значит, что мы с вами сегодня будем делать? Буду выписывать вам штраф за превышение скорости на East Joshua Road. Tickets. Уф, жопа, тысяч нарушений. Соответственно, штраф составит $53, это превышение на 25 миль в час и меньше, это первая статья первого раздела дорожных законов. У вас будет 60 дней на то, чтобы этот самый штраф оплатить. В принципе, советую вам не затягивать, да, чтобы успеть вовремя. Вот. По поводу знака «Стоп», честно признаюсь, не уверен, поэтому этот штраф вам выписывать не буду. Мы с вами ограничимся устным предупреждением. В следующий раз, когда я вас замечу проезжающим на знак «Стоп», это точно будет штраф, то есть не останавливаясь. Надеюсь, что это понятно. Хорошо. Ручка при себе есть? Ну вот моя, возьмите. Лучше мою возьмите. Она у меня хотя бы здесь. Да, подпишите внизу, там на прерывистой линии. Соответственно, копия, которая внизу находится, она остается вам, оригинал остается мне. Штраф оплачивается в любом удобном вам месте. Вот, сделать это, как я и говорил, надо в течение 60 дней подпись за то, что вы знаете, то, что это не уголовное правонарушение, а просто административное правонарушение. И вы понимаете, за что оно. Хорошо. Отлично, сэр, спасибо вам большое. Так, вот ваши документы назад, вот мой штраф, так, так, так. Вот, и учтите то, что у нас все-таки есть скоростной лимит на проселочных дорогах. Теперь буду знать, спасибо. Отлично. У вас какой-то там неграмотный офицер был, походу. Есть такая вероятность, сами понимаете, да, то, что логично было бы, если бы у нас на проселочных дорогах был бы штраф, скоростной лимит. Ну, потому что, опять же, это небезопасно для окружающих. Все, сэр, дальше водите аккуратнее. Вот. И имейте в виду, там, кстати, прямо по дороге, возможно, еще проводятся там работы. Не так давно об этом слышал, вот по радио передавали. Поэтому на вашем месте я бы развернулся. Ждайте, пока мы с офицером вернемся в автомобиль, может продолжать движение. Хорошо, удачной службы. Спасибо, и вам хорошего дня. Спасибо, рейнджер. Да, всегда, пожалуйста. Контроль, 1-2. 1-2. Код 4 на 10-11 на Панорама-драйв. Далее было выписано 2 штрафа, и после чего 10-8 активный супервайзер на Блейн-Каунте. Принято, код 4 по 10-11. Блин, чарджер не любит. Это все дело такое. Она. За палочку все-таки я бы заехал. Потому что, блин, 14 литров, это совсем не весело, так можно и встать где-нибудь посередине дороги, в этой глуши. У нас, кстати, здесь теперь гараж открытый, что круто. Вот, прям реально классно. Единственный момент, блин, у нас все еще сломана анимация. Я вот не знаю, что с этим делать, но чувак, наверное, в капоте копается. Я хрен его знает. Вот, ну, что с этим поделаешь. Выглядит, конечно, прикольно. Да. Блин, тахи классные, конечно, у рейнджера. Прям дико нравится. О, еще один тах. Супер. Это круто. Это круто. Может, мы сегодня еще и воздух какой-нибудь увидим. Или что-нибудь в таком духе. Было бы здорово. Так, 52 литра, это, в принципе, потолок. Можем от этого двигаться. Я думаю, поедем на шоссе 68. Да, как раз юнит был. Вторым там будем... Будет неплохо. Нахрен, я боюсь на чарджере на проселочной дороге заезжать, потому что это всегда, блин, минус подвязка. И вот это все, это не очень здорово. Там какая-то сцена вроде была. Где-то. Чуть дальше вроде. Ну, посмотрим. Что-то там уровни тренировочки, конечно, довольно серьезные. И он без номерных знаков. Трафик 1-2. 1-2. У меня на шоссе 68 автомобиль с сильной тренировкой, плюс к этому без номерных знаков и также с эйр-хорном. Буду на 10-11 с ним, скорее всего, напротив 24/7. Ближайший блок, пожалуйста. Это будет 5-2-2. При необходимости здесь 83 уведомляйте. What the fuck? Ну ладно, я его не подсветил, в принципе, поэтому это, по большому счету, честно. То, что он от меня уехал. Принято, год 4 по последнему действию 1. Ну да, кстати, на меня только что понесла черный седан. О, мать твою. Более 40 не в час. Понесла не в час, в общем. Контроль 1-2. Автомобиль только что попал в аварию на шоссе 68. Можете направить сюда медиков, если есть свободные? Принято, ожидайте. Также юнитов для перекрытия. Ну, мать твою, охренеть, что происходит? Принято, контроль медик 1. Охренеть, окей. Медик 1. Проследуйте, пожалуйста, кодом 3 на блок 9-1. Произошло ДТП. Так, полагаю, он воспламенился. 1-2, автомобиль воспламенился. Нам также, возможно, потребуется пожарный сюда. Пожар довольно сильный. Просто NPC его оттолкнули. Черт возьми. Сэр! Сэр, вы слышите меня? Кодом 3 на блок 9-1 произошло сгорание автомобиля. Контроль 5-9-3-8-8-9. Рейнджер, иди сюда, помоги! Проследуйте на блок 9-1-1. Здесь один, надо его достать из машины. Как здесь все не взорвалось чертям собачьим. 9-1-1. Давай, можешь его отстегнуть? Я пробую с той стороны. Да-да-да, дверь открыта. Я постараюсь. Код 2. Хотя, по крайней мере, у меня сейчас получалось ее открыть. Попробуй еще дернуть. Я не знаю, она захлопнулась прям сразу же. Блин, быстрее, надо его достать. Режу ремень сейчас. Отлично. Контроль 5-9-3-5-9-3. 3-5-9-3. Давай. 1-1 для перекрытия. 4-31. Ой-ой-ой, главное, что он не загорится. Так, у меня вроде огнетушитель где-то. У тебя есть огнетушитель в машине? Да, есть. Блин. Рейнджер, блин, она закрыта. Дай ключи. Спасибо. Жду, забирается огнетушитель из машины. Контроль 1-2, попробуем потушить автомобиль своими силами, а также попробуем достать человека из машины. Да, Марк, стоп, у него там, по-моему, если правильно помню. Чтоб тебе... Давай. Я не могу достать его, подлежало. Вот дерьмо. Похоже, бензин разлился и воспламенился после столкновения. Да. Попробуй померить пульс, если есть возможность. Померь у него пульс. Вот же дерьмо. Ай-яй-яй. В салоне до черного. Давай. Упси. 22. Все, без огнетушителя мы. Контроль 5-9-3-7-8-9. Думаю, что может медик есть. Ребята, у вас есть лишний огнетушитель? Принято. Так, после этого уже все. Надо заправить, я вряд ли его смогу. Ага. Посмотрите там под сеточкой. Сейчас. Открывается отсек. хрен его знает. Да, кажется, что-то есть. Есть, да. Ага. Супер, спасибо. 22. Капитан, ну нахрен, там салон уже горит. Блин. Отойдите от машины. Давай, давай, отходи. Отойдите от машины. Черт тебя. Да, вот это круто. Марк, готов оборудование? Тогда окей, очень удачно крашнулся, на самом деле. О, Джеймс Фьюзов. Надеюсь, ничего страшного. Все равно, блин, огонечки-то есть. Да. Сгони машину подальше пока. Блин, эти зайцы просто так и хотят, чтобы их сбили. Это такое. Блин, у меня еще машина тоже, видимо, чуть закипела. Так полагаю, они там стекло разбивают. Капот открывают. Да, ну и дела. Ричард 76. На Панорама-драйв поймал белый джип. Надеюсь, его достанут в целом. Новый человек контакт. Передайте ее, может произойти 51 контакт. Принято 76. Да. Дела. Уточнение, это будет белый джип ряда. Блин, у меня еще в машине жопа. 04. Роберт, Ош, Адам, Дэвид. Да. Давайте посмотрим, что там вообще. Закипели? Пока есть минутка. Да, видимо. Похоже на то. Есть водичка? В каком направлении двигался? Да, на машине. Минуту. Ага. 10-12. Она точно не помешает. Сторону Хармони, блоки 905-555. А может, охлаждающая жидкость какая или что-нибудь в таком духе? Тому парню бы она не помешала. Покажите поискать, есть вот литровая вода. Давай. Ага. Да, реально закипел. Вот. Покатался, блин. Жду. Он меня чуть на встречной полосе не сбил. Мне бы не было шансов вернуться от него. Да. Что-то я не удивлен, что он в аварию попал, учитывая все это. Да, ладно, у меня на радаре 90 миль зафиксировало. Да. Отойди. Хорошо. Топ. Стоим, что делать? Бррр. Что там, есть вариант его достать? Медики, так. Понятно. У меня, получается, сильно обгорели руки, лицо, ссадина, царапина, сечение на носу. И еще неестественное положение. Да, офигеть. Сейчас мы дверь откроем, и вы можете подойти. Хорошо. Ноги, вроде захват. Сейчас мы попытаемся его достать, но сейчас вы можете подойти. Да. Говорят, все рассечено. На лицо и все остальное, но я видел там краем глаза в окно. Там да. Удар, наверное, был будь здоров. Печальный срок. Ну, я надеюсь, что жить будет. Вроде как пульс у него был. Вот. Я не успел прощупать салон, догорелся, не успел. Он двигает. Кажется, уже вроде как потух пожар. По крайней мере, остатки, что там горело еще. Вот это вот деревце справа. Уже все обугленное, рейнджер. Думаю, придется его теперь вырубать. Да, ну, мне стоит заняться чуть похоже взять, чем надо инструментом. Я хоть не всегда их лажу. Да. Бывает же такое. Да, согласен. Пожалуй, заполни рапорт о возгорании. Давай, давай. Как-никак, леса все-таки. Контролька с ними там на волне. Диспетчер 20978, 107, дальнейший радиоперед... дальнейший контроль производит диспетчер 4121. Окей. Контролька с Семенитом, диспетчер 4121, далее как активный диспетчер. Что делать-то? Пойдем пару фотографий тогда сделаем, всего этого дела. Вот. Для рапорта. Без номерных знаков абсолютно. Без ничего. Это, конечно, сильно. Да. Рупер. А. Можешь посмотреть по базе данных, есть ли у нас последний там зарегистрирован автомобиль? Это Oracle, если правильно понимаю, XS вроде как, вот, потому что там без номерных знаков. Непонятно вообще откуда и чей. Если есть возможность, если там пожарные разрешат, сверь ВИН номера, и тогда уже посмотрим. Супер. Думаю, что перекрытие можно будет скоро снимать. Наверное. Не замерз? Не, нормально. Нормально? Форму новую выдали и все отлично, да. Супер, спасибо. Супер. Я думаю, мы перекрытие поддержим еще минут 15, потому что они там уже заканчивают. Вроде как из машины его будут доставать. Надо будет оставить только одну полосу, чтобы автомобиль эвакуировать. Он не зарегистрирован, что интересно. Вот, ну посмотрим. Ладно, давай, если что, на связи. Я понял, ну, ставим там. Я думаю, мы о нем вряд ли что-то интересное особо знаем, он из северного Янктона. Да, машина из Янктона, судя по номерам, хотя хрен его знает. Такие наклейки, знаешь, на каждом углу продают. Я вот 24/7 сегодня был, там точно такие же, как сувенирные номера были. Господа, я подойду к машине, не против? Да, осторожно. Хорошо. Смотрит на ВИН номер. Жду. Есть совпадение? Медик, у нас тут какой-то сильный кровь течет еще. Подойдите сюда. Приписывается, окей. Сейчас ходим. Проверим базе данных, если есть такой номер, было бы здорово. Если ну, нет, то что поделать? Ду ищет ВИН в базе данных, находит что-нибудь. Надеюсь, что найду. Ладно, там вроде как трупер всем этим делом занимается. Че, рейнджер, заполнил рапорт? Да. Так. Нет, хорошо. Контроль 77976. Поймал на превышение скорости мотоцикла на Панорама-драйв. Так, ладно, я в принципе, наверное, дальше 10.8. Там юнитов, по идее, не хватает. Давай, если вдруг нужно будут, ты позвони. Угу, хорошо. За старшего остаешься. А, хорошо. Контроль, 1-2, 10-8 со сцены на шоссе 68. Сейчас тогда. Оп, оп. Дорожный патруль, сейчас. Фига себе. Самолет пролетает. 10-8 доступен. Также контроль 1-2, 3 Чарли 7976. 3 Чарли 7976. Есть описание автомобиля? Автомобиль не посмотрел, блокатор. Если правильно услышал, там автомобиль с превышением скорости был. 10-4, до этого была белая Ариата, номер 04, Роберт Оушен Адам Дэвид. Принято. В принципе, где это происходило 20, если можно? Панорама-драйв, пересечение с East Joshua Road. 10-4. Также встречали 976, потерял визуальный контакт с мотоциклом. Это был Санчес. Номерной знак могу назвать по готовности. Это он был, я так полагаю, чем 976. Интересно. Готов принимать информацию. Окей. 1-1-2-2, 3-4-7-9-7-6. 3-4-7-9-7-6. На мосту не он? 10-4 он. Контроль, 1-2-2, у нас будет активная погоня на Джошу Роудс за мотоциклом. Это будет Санчес. 10-22 будет останавливаться для нас на Джошева. Ближайший блок 558, недалеко от пересечения с Марина-драйв. Скорее всего, проедем до трак-стопа. Проедьте дальше до трак-стопа, справа поворот. — 7976, займите первое за ним. Окей. Okay. Офицер? Да. Можно вас на секунду? Конечно. Собственно, поймал его на превышении, ехал на 71 милю в час. Это была гравийная дорога параллельно Джошуа Роуд. 71, я так полагаю, там это уже уголовное правонарушение, да? Там на 45 выше получается. Да, и еще у него отсутствуют номерные знаки на мотоцикле. Понятно, ну это Санчеса, в принципе, это у них такая обычная проблема. Давай пообщаемся. Веди. Да. Зараза. Добрый день, сэр, управляющий Блейн-Каунти. Знаете, за что я вас остановил? Нет, не знаю. Добрый день. Вы ехали с превышением скорости по гравийной дороге параллельно East Joshua Road. Блин, я слышал горную кошку. Являются дорогами общего пользования. Даже не думай. Да, блядь. Да, сука. Офицер, вы в порядке? Да. Да, мать твою. Блядь. Она еще живая. Блядь. What the fuck? Так чувака можно убить. Надеюсь, что он по нему не попал. Может, офицер скоро выйдет? Я хрен его знает. 76 требуется 1052, и на него напала пума. Бля. Первая медицинская помощь, оно живое. Да все, офицер, мертва, она мертва. А может и нет. Хрен его знает. Бля, сейчас бы встать. Сука, че хлопальство, ребята. 10-10 на данный момент занят... Сэр, вы не пострадали? Да я-то нет, досталось вам. Нет, вот радует. Как-то с помощью нужна? Да, брат. Блядь. Так, сэр, оставайтесь на месте, пожалуйста. Следите за ней, чтобы эта хрень снова не встала. Аптечку. Только Майк 9538. Контроль Фокстрот 1, 9538. Пикник. Здесь кричало, пожалуй. Оп, это в машину. А, может быть и нет. Куда она вас укусила, сэр? В ногу. Левая нога. Прям, мне кажется, прокусила прям до кости. Я нормально сижу? Просто иногда анимация не синхронизируется, было бы нездорово, если бы другие меня видели как-то не так. Контроль 3, 6, 5. Лабер 6, 5. На данный работу. Здесь 6, 5. Давай я примотаю, чем-нибудь обработаем. Хрен его знает. Сраная. Сейчас я ломаю. Горная кошка. Секундочку, пожалуйста. Да, давай. Ну же, сволочь. Да, неудачная зона. Я про Крэнджу все расскажу, когда он сюда приедет. Все, что о нем думаю. Так, помнишь, какая-либо нужна, нет? Да нормально, сейчас перетянемся, будет полегче. Давай там с трафик стопом. Блин, бывает же такое. Сейчас будет немножко человек туго, но аж не секундочку. Да, давай. 1-1, также должны патрульные маршруты в движении и далее соблюдать патрулирование. Я же 36, 101, тоже что-то не было факт. 4 по вызову 736. Контроль 5-9-3, движение в точном направлении, 68 в этом наблюдено. 9. Чем там затягивает ногу выше самой раны? Главное, чтобы она не посинела. Да, нормально, нормально, в принципе. Нормально. Пострадавшего с блока 911 после аварии забираем 3. Жить буду, думаю. Есть перекись какая или что там? Может, зеленка? Запросите, пожалуйста, там реанимационную бригаду, пусть будут готовы встречать. Да, также, если что-то известно по личности пострадавшего, что? Пусть проверят в медицинской карте, какая группа крови, потому что, скорее всего, потребуется переливание. 10-4, можете точно пострадавшего, что имеет? Но, к сожалению, имя неизвестно. Если кто-то из офицеров по автомобилю смог установить личность, это было бы хорошо. Также у меня еще тут есть обезболивающее, если вам нужно принять. Нормально. Нормально. Того не стоит. Сам знаешь, под обезболивающими выполнять свои служебные обязанности довольно сложно. Да и к тому же привыкание вызывает, сам знаешь. Там, по-моему, парень с мотоцикла стал. 10-4, спасибо, контроль. Ну вот же дерьмо, думал ли я? 9-68 в западном направлении открыто, хоть и мне еще потребуется эвакуатор для брошенного автомобиля 101 на 68, пока 9-1. Так, ну это все, что я сейчас могу вам помочь, это просто остановить вам течение. Нормально, врачей. Все встану. Да, не, нормально. Доковыляю, я думаю. Давай закончим с трафик стопом. Или закончите вместе, что ли? Фу, я пока здесь. Ага. Я поассистирую тут сзади. Нормально, 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 парни. Спасибо за заботу, но нормально. Наверное, опьянение включим, потому что я что-то там должен прихрамывать. Че там, да, сэр, в порядке? Долгое ожидание, да, в порядке. Да ничего, я все понимаю. Так полагаю, что на его экране он по нему не попадал, он же там двигался. Дороги являются дорогами общего пользования. Дорогами общего пользования не являются только специализированные. Сэр, вам лучше, конечно, сейчас это пересесть, чтобы нам понять. Можете, пожалуйста, предъявить вашу ID-карту и регистрацию на мотоцикл? Да, секунду. Ну как, регистрации еще нет, только договор по продаже. Блин, эта тварь мне икру прокусила. Офицер! Ой-ой-ой. О, господи, рейнджер! Блядь. Может, вообще отсюда отъедем, а, ребят? Хорошая идея. А, там еще один поворот есть слева. Я думаю, что там горных кошек поменьше будет, потому что мы будем дальше от гор. Да. Если это так работает. Давайте, собственно, сэр. Давайте, я могу одну машину из вас пропустить вперед. 1-2-2 от Ричарда 6055. 6055. У нас здесь разгул диких кошек на Джошуа Роудс. Несколько выбежало только что на трафик-стоп и... Зараза меня пыталась укусить. Вот, там два тельца лежат на Джошуа Роуд около блока 558 на трак-стопе. Заберите, как будет минутка. Я не знаю, может, этот район даже оцепить стоит. Контроль 59764. 59764. Это вызов деятельности на блоке 76176. Окей, блин. Машину управлять, конечно, в таком состоянии это дичь. Происходит экстренная ситуация. Человек напал медведя. В момент паркейджа недоступен. Медведь напал? 764 блок. 764, 762. Я туда не проеду, у меня Краун Виктория. 10-4. Номер 551-2. У меня нет на момент возможности вернуться в Блейн-Каунти, чем у меня подозреваемый будет в стенде по ДТП. Принято. Просто возьмите на заметку, потому что этот тварь мне икру прокусила. Вот, поэтому, да, если можно, спасибо. Я считаю, я что это. What the fuck это сейчас было? 574, я проеду, что я только что наблюдал? Я вам, в принципе, вам гарантирую, что я не проеду. Контроль, медик один. Медик один. По поводу вызова 911 мы нужны? Пока эта информация не подтверждена. Ожидайте. 10-4. Я боролся, конечно, туда, но, блин, это далеко в каунте, и там реально горы. То есть я хрен его знает, что можно сделать. Сраные горные кошки. Чё там? Так как вы, сэр? Нормально, нормально. Как нога? Главное, что много крови не потерял, это самое основное. Уф. Вот сейчас этот офицер права взял, сейчас она проверяет. Сейчас посмотрим, что получится. Давайте тогда дальше сами, я думаю, разберетесь, не маленькие уже. Правильно? Да, вот, я пока в медицинский департамент, наверное, заеду. Больница есть, то что-то есть. Да, да. Удачи, парни. Взаимно.